Всем привет! Наконец-то новый чемодан с аукциона, ваша любимая рубрика. Перед просмотром этого видео обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем распаковывать чемодан. Итак, что мы видим? Мы видим крупную змейку, которую хочется уже открыть. Где она открывается, непонятно, но сейчас мы это все выясним. Вот она вот здесь посередине. Так, друзья, первое, что я вижу, это мохнатая кофта. О, какая она хорошенькая, бренд неизвестен, нигде нет этикетки, но она очень классная. Интересно, налезет на меня или будет большая? Давайте сразу попробуем померить. Опа. Мне как раз дома сейчас холодно. Ой, какая она классная! Мне очень нравится. Блин, это очень хорошая распаковка будет, я чувствую. Поэтому оставайтесь со мной и не переключайтесь. Одела перчатки, чтобы ни во что не влезть, на всякий случай. Ехала какая-то очень милая девочка, потому что, я так поняла, это гетры. Гетры, такие большие носочки, которые обычно под короткую юбочку носят. Или под короткие, не знаю, может быть, шортики дома носила. Ну, прикольные. Прикольные носочки, немножко потасканные, но классные. Это носочки. Какая-то веревка белая. От чего же эта веревка, неизвестно. И это, я чувствую, обувь в черном мешочке. И она одна штука. Одна штука. Это что, ботфорды? Это ботфорды. 37 размера, ребят, ботфорды. Посмотрите, какие они великолепные. О май гад. Классные, да? И кто-то в них ходил и прям все набойки позбивал. Поэтому, если их носить, нужно, конечно же, сделать новые набоечки. Классные. Интересно, есть? Есть. Вторая штука, короче. Вот. У нас есть целая пара обуви здесь. Посмотрите, ботфордики длиннючие. Ууу. Класс. Как же. Синий конверт. Тутух, тутух, тутух. Что в синем конверте? Ничего в синем конверте. Это пустой конверт. Интересно, для чего он здесь? Так, это что такое? Это снова без этикетки. Почему вещи без этикетки? Это какой-то свитер. Или платье такое. Гляньте, какое серое. Серое, теплое, вязаное платье косами. Смотрите, в идеальном состоянии. Вроде такой чемодан неприметный. Но все же, такие интересные свитера здесь попадаются. Это... Фу, здесь подмышкой белая. Вот такая вот кофта. Черная. Дальше, я так и знала, что все-таки мне что-то такое попадется. Без пакета, без ничего. Просто тупо лежал вот такой вот лифчик. И... Купальник, стринги и много-много веревочек белых. Хорошо, что я в перчатках. Дальше какие-то трусики. Трусики лежат здесь. Ужас какой. И от комплекта нижнего белья Fashion Classic Versace. Что? Вот такие вот трусики. Слушайте, прикольно, но нижнее белье это не так интересно, потому что его ничего с ним не сделаешь. Опять какие-то веревочки, веревочки. И за веревочку я потянула, и что я вижу? Я вижу кофейного цвета. Кофейного или бежевого цвета какой-то свитер. Он очень мятый, выглядит так себе. Вот эти вот завязочки, они уже не модные. Но он мне попался. Наверное, чемодану года... Три, мне кажется. Года три. Это
Burberry, Лондон. Лон из Лондона шарф. Смотрите, сейчас покажу поближе. Вот видите, Лондон написано. Давайте я сфокусирую. Опа. Лондон, видите? Клёво, да? Там-парарарарарам. Моей невесте, завтра мы идем тратить все твои деньги вместе. Друзья, кто хочет купить что-нибудь из моих чемоданов, пишите мне в личку на мой инстаграм Julia Iska Happy. Я внизу оставлю ссылочку в описании. Также подписывайтесь на инстаграм, где я выставляю вещи и продаю их. Что это такое? Это помада от Kylie. Ой, это не помада. Это знаете что? Это тени. Какие-то они уже распотрошились. Вот, друзья, какие тени я нашла. Видите, от Кайли. Интересно, что-то видно вам в зеркало? Я думаю, да. Они просто тоже в идеальном состоянии. Вот такие вот тенюшки. Что мы еще видим? Это тетрадка Cover of Beauty. Точно ехала какая-то блондинка, потому что розовые какие-то вещи, Батфорды, какие-то интересные гольфы, тетрадка тоже розовая, очень похожа на то. И рамка без фотографии у нас нашлась вот такая. Также пакетик с одноразовыми какими-то кремами. Давайте увидим их и узнаем, с какой это страны. Возможно, это даст нам какую-то информацию. Все написано на испанском. Да, написано, сделано в Мексике. Это дневной крем. Очень маленькая коробочка. Это крем для лица с гиалуроновой кислотой. И это тоже крем ночной. И расческа для ресниц, либо же, боже, нос так чешется, или с кем-то подерусь, или буду пить сегодня. Сегодня мы идем на конкурс клуб, поэтому сегодня, возможно, будет очень весело. Что, все, это весь чемодан? Друзья, это очень маленький чемодан, мы его очень быстро разобрали. Обычно мои распаковки мы разбираем где-то на минут 30, сидим, все разбираем, а здесь он такой маленький, маленькая сумка. Здесь тоже ничего нет, какой-то шнурок. Опять-таки от купальника, не знаю чего. Все, это была моя распаковка. Ставьте лайки, ждите новые распаковки чемоданов с аукциона. Будем заказывать еще. Я вас люблю, целую, обнимаю. Ваша Юля, а мы пошли на конкурс, там, где Влад будет очень красиво петь.